Здорово, комрад. В общем, опять у нас зима, валит снег, идет дождь, то снег, то дождь, то тепло, то холодно, то минусовая, то плюсовая. Такая вот замута у нас весной. Вот, и к летнему сезону, к весенним, так сказать, тестам к летнему сезону. Два человека, два канала на ютубе, которым мы хотели бы сделать подарки давным-давно уже. Этот топор еще в прошлом году отправлялся человеку по имени Александр. У него канал Саш Счастливый. У меня язык что-то заплетается сегодня, уже устал. Вот. Саш Счастливый, человек, который ну реально занимается промысловой охотой. На полгода они с батей залетели в тайгу. Мы в прошлом году не успели как раз к этой отправке их, к этому заходу. Ну там все знают, что у нас сроки большие, то есть мы постарались побыстрее сделать, но все равно там буквально несколько дней не хватило времени, чтобы к топору дойти. И вот он улетел со своими топорами. Вот, но договоренность была, и в этом году он пришел, списались с ним, он написал, что как бы я вернулся из тайги. Ну и в общем ссылку на канал его сделаю, очень интересный канал, такая промысловая охота онлайн, то есть выживание в тайге, абсолютно пустое место. То есть никого там не было, никто не жил, никаких избушек не было. С батей они пролетели на вертолете, вот они там. Идет сейчас этот сериал, как раз у него ежедневный практически там. Ну, ежедневно снимал, то есть сейчас выставляет просто все это на ютубе. Как они там все это делали, как они жили, как они делали себе лабазы, как они делали избу, как они там охотились, рыбачили. То есть в режиме практически онлайн. То есть снимал, выкладывал все подряд. И вот топор отправляется ему. То есть, смотрите, ссылку на канал поставлю. То есть, этот топор должен быть следующая его экспедиция в охотничьем промысловом сезоне. Но, возможно, еще какие-то он приобретет. Это там и так отдаем. Вот, Морал 2. То есть, тяжелый промысловый топор. Второй топорик, это Морал 1. Сейчас он в смазке весь. Отправляется он Ромарио Агро. Ромарио, списали с ним. Ему мы как бы сами навели. Если честно, на канал подписано очень давно. То есть, когда он там еще карельскую рыбалку свою выставлял, это было ну, года два, наверное, назад. То есть, там подписчиков было минимум. Но вот очень интересно. То есть, человек очень положительный. Эмоции от него идут только положительные. То есть, ну и подписчиков сейчас у него 400 тысяч уже. То есть, вот, и тут даже не в качестве рекламы, все знают, что у нас на год вперед заказов, поэтому тут как бы это даже не в качестве рекламы, это просто хочется сделать подарок тем людям, которым реально хочется их подарить. Вот. Как вот вы видели, что произошло с конкурсом. То есть сами мы не можем решить, кому это. То есть в виде конкурса не получается это как бы кому-то подарок сделать. Нормально, чтобы все это было без скандалов. И поэтому будем делать сами их. То есть выбирать тех людей, кому мы хотим подарить. Будем делать топоры, будем им отдавать, пускай они пользуются, вам показывают. А может и не показывают. То есть как бы тут задача на самом деле нету показать вам инструмент. Саша-то точно покажет. Ну, Ромарио, ну может так просто обзор сделает там. Ну это я просто видел, они там на летней рыбалке там пользовались ну таким страшным слетающим с топорищем топориком еще с адеповских времен. И тогда появилось желание сделать ему подарок. Вот, поэтому Ромарио, пользуйся, на здоровье. Я слышал, что батя твой очень любит топоры. Это как бы, это мы реально сами куем. То есть это не переделка с Трудвача, это то, что мы куем самостоятельно. Вот, топорик Морал называется. Ну такой, думал Соболя на 50 рукояти, то думаю, ну все-таки как бы для походов, ну вроде хочешь что-то потяжелее. Не только Соболь там, ну вот такая вот. Форма у него достаточно рабочий носик. Но сейчас Морал стали много заказывать. В принципе, такой один из популярных топоров, то, что заказывается. Вот. Так что один в Москву, другой в Красноярск, один в тайгу, другой на рыбалку. То есть один на охоту, другой на рыбалку. Вот, два топора. Я думаю, этим людям будет приятно их получить. Такие подарки. Ну и нам приятно такие подарки подарить. Вот. Вот. Еще что хотел показать. Сейчас сниму еще один ролик по изменению рукояти на Норвегии в малом. А так, всех с весной.
непредсказуемый, то снег, то дождь, весна идет, я думаю, все будет в дальнейшем хорошо, куем, готовимся к летнему сезону, я часть своих топоров уже подготовил для этого сезона, один из них, сейчас даже покажу, так сказать, старорусский, так называемый валочный топор, не знаю, я на него смотрю, это по книге Радулова делали, по его чертежам, ну, поглядим. Как-то бы не стали заморачиваться с рукоятью, более длинные 850-ю хотели поставить. Думаю, да, пойдет 75-я, хоть ее проверить. Вот. Вот он ждет свой участок, когда же я его протестю. Ну, не знаю, будем мы ли его ковать, но в качестве, так сказать, проверки теории валочных топоров. Ничего, ничего себе. Давай. Проверим. Все. Ролик на этом закончил. Здоровья, удачи и, ну, радости жизни побольше.